Один военный, значит, желая иметь карманные деньги, наврал жене, что по его вине на учениях в болоте затонул танк. И теперь ежемесячно с него будут вычитать по 50 рублей. Ну и, значит, через год жена пришла к командиру части и пожаловалась на это дело. Командир, значит, вызвал этого мужика к себе и говорит: ты что это, говорит, за какой-то вшивый танк 50 рублей? Я, говорит, за подводную лодку свою тридцатку не додаю. Мужик спрашивает у командира: товарищ командир, а вот сколько вы считаете, я должен был сказать? Он: ну, 10 рублей, там, не больше. Он: а можете справку, чтобы мне выдали в бухгалтерии, что вот столько? Он: пожалуйста. Приносит, значит, мужик этот военный справку жене и говорит: вот видишь, говорил тебе, не ходи. Вот к тому долгу еще по десятке набросили.